Приветствую, други мои. Сегодня у нас будет Honda. Honda Diva, 50 кубов. Не заводится, клинит тросик тормозов. Будем лечить. Так, снял я воздухан. Сейчас я заливал под свечку бензин. Заводится. Симптомы такие. Я делал этот мопед в том году. Поменял поршневую. Он как часы все летал. Они уехали. Где-то заглохли. Я сказал, пригоняйте обратно. Они так забили. В общем, пригнались через год. Знаю, что по мотору там все у меня четко. Поршневая налажен. Обычно тут набирается масло, когда стоит долго. Через эту трубочку незаведенной. И потом он плохо заводится. Сейчас вот я его пролью бензином. Он заводится, но что-то ему не дает. Сейчас пролью бензином. Я думаю, все будет хорошо. Ну, тарахтит. Вот такая вот писька. И никак я не могу. Это уже не первый мопед. Я что-то недопонимаю в этом деле. Все делаю, перебираю. Но если в нем нет холостого хода, хоть ты на голове стой, то его не будет. Или большой, или маленький. И это уже не первый мопед. Что здесь? Ты же поина. Иди. Тает. И, в общем, не знаю, сейчас сниму карбюратор еще, посмотрю. Но не понимаю я. Вот убираешь, чтобы холостого не было. Ездишь, все, только рукой придерживаешь. А если холостой настраивать начинаешь, не настроить никаким судьбам. Ну что, я его разбирал 118 раз. Разберу еще раз, но... Ничего от этого не изменится. Потому что я не знаю. Я говорю, это мой не первый японец. И нередко, конечно, но попадаются. Но факт в том, что если мопед пригоняет, и у него все хорошо работает холостой, просто там поменять поршневую, коленвал, я разбираю до гайки, меняю, собираю, он все уезжает, все нормально. Но если его привозят, и у него нет холостого хода, для меня это до сих пор загадка, покрытая мраком тайна. Как его? Я разбирал все, я менял сальники, я клапан лепестковый перебирал, там все подгинал, лопасти, все делал. Не помогает ничего. Его нет и все, этого холостого. Или накрутишь его много, или открутишь, он глохнет. Что за волшебные такие свойства у этого мопеда, я не знаю. Ну вот что я, вот, ну вот разобрал я. Все тут прекрасно. Ничего нигде не забито. Так я до сих пор я не могу понять, почему нет холостого хода у них. Или много, или мало. Ездить, езди, пожалуйста. Но без холостого хода. Или будет орать на всю. Или не будет ехать. Ну, или будет глохнуть. Все. Один пригоняли мопед. Я вот сальники поменял, поршневую поменял.
Карбюратор новый купили, китайский поставили. Нихера. Как, не было холостых? Или много, или мало. Я не понимаю, в чем секрет. Или много, или мало. И вот это вот такая вот пиздаляля. Папа, ты что делаешь? Папа, ты что делаешь? Папа, ты что делаешь? Что тут? Ничего тут. Я его 100 раз разбирал. Я в том году его 100 раз разбирал. Все тут прекрасно, все работает. Сейчас поставлю, но ничего не поменяется. Так и будет работать. Вот такая шляпа. Делаю меньше. Или много, или мало. Я не знаю, что это за болезнь этих мопедов. Но буду отдавать так. Я, может, глупый дурак, но я не знаю, что с ним делать, с этим холостым ходом. Он будет ездить, но без холостого. Ну что, собрал, все, работает, заводится. Но без колостого хода. Это выше моих сил и пониманий. Ну что, мелкая, поедем? Да. Да. Мелкая я, маленькая. Мопед огонь, едешь, много холостых, останавливаешься, поработает и глохнет. Ну тут я бессилен. Трубу сейчас подварю, а то сильно уж тарахтит. Труба сгнившую он почистил. Сейчас подзасру. Одна удачно заварилась, вторая там ржи побольше. Приветствую, други мои. Про этот мопед Honda у меня закончилось все печально, но 500 рублей своих я уже все-таки заработал. Когда я стал подваривать глушак, мопед лежал на боку. Я слышу хлопок. Пуф! И я понял, что это загорелся бензин. Я вскочил. А бак-то внизу там в мопеде, в этом Honda. И горит крышка бака. Она закрыта и горит. Я побежал за песком. Ребенок тут ходит, бегает сзади. Крышку бака я затушил. А он же весь закрытый. Сиденье, все это там в пластике. Внутри горит, он нагрелся как чайник. У меня хорошо там в огороде
стоит ванна с водой поливать огороды. Я туда его бегом поволок, зацепился за бетон, повалился. Вскочил, огонь горит, тут сын пришел, они вдвоем сзади. Я ору, пошли вон, взорвется. Я хорошо лейку схватил, я заливал туда, этот мопед залил. Мандраж полный, всего трясет. Я его приволок, опять разобрал весь пластик. Поплавился пластик под сиденьем. Я не стал записывать видео, мне не до него было. Я хотел, конечно, а сын еще прикалывается. Надо было, пока он горел огнем, тебя записывать сзади. О, говорит, было бы тогда просмотров куча. Но мне не до этого было. Я думал, бак как жахнет, и все, он там хорошо полный был. В общем, загорелись. Видно, стал варить, попала искра. Там шланчик идет в бак, а на насос топливный, на этот, который бензин вакуумный качает. Вакуумный насос там стоит такой. И на этом шланчике стоял фильтр бензиновый. Он, видно, окалина попала, расплавил, бензин вспыхнул. Сгорели все три трубки, шланги, все три шланга бензобака. Там с бензобака на этот вакуумный краник, потом на карбюратор шланг и вакуумный шланг с мотора, который открывает этот клапан. Они все три сгорели. Я поменял. Нижний пластик я на газу выровнял, там практически незаметно. А вот под сиденьем, где сама жопа его так сплющила, ну, он провалился, но как бы, ну, не критично. Мопед еще такой хламный. В общем, приехал хозяин. Да, говорит, сказал, пофиг мне на это, лишь бы ехал. Но я завел, шланги поменял, там ничего, в принципе, так сильно не пострадало, только шланги сгорели. Менял шланги, завел, все нормально, все сделал. Хозяин прокатился. Ну, говорит, что с меня? Я говорю, ну, на, ничего, и так спалил, он у меня месяц стоял, полтора, наверное, пока я до него добрался. А там, ну, в общем, 500 кудал, говорит, все нормально, вот так. Так что вот, надо было записать, но не до этого мне было. Я думал, он сейчас сгорит, это все, или взорвется, или... Ой, первый раз такая фигня у меня. Но глушак я все-таки же доварил, я когда все затушил. Вторую дырку доварил. Все, как бы тише стал. Не совсем тихо, но стал. Вот такая вот история у меня с этой Хондой. У меня как с этими Хондами, как какая памжа. Вот говорю, если приедет в нормальном состоянии, притянут, работало хорошо, перебираешь, работает хорошо. Но как не идет, так она не идет. Вот так вот. Всем пока, други мои.